По скриптум. Независимо от клавы, клава вот вырубилась. Я не помню, может там есть какие-то настройки, как отключать питание USB. Вот, ну, когда я камеру пытаюсь подключить, чтобы она жрала, допустим, или телефон, когда системник вырублен, то такого не случается. А вот здесь вот вполне себе жрут. И, кстати, камеру, вебку я проверила, она через 3.0 вполне себе работает. Может быть, попробую их потом подключить на 3.0 тоже, что они... Потому что дырка это чуть повыше, ну вот типа линия провод, хотя от этого как бы погоды не будет, скорее всего, эксперимента ради, если только. Но вот они светятся. В принципе, они меня не напрягают. Я думаю, не особо они много и жрут. Если потом разберусь, как там отключать это, если это не слишком геморно, то вот сделаю так, чтобы питание не давалось. А. Хотя, с другой стороны, вот внешний диск у меня был в одной из тех дырок, и тоже вполне себе светился голубым огонечком, когда системник был вроде как вырублен. Вот теперь точно пока-пока, зритель.